Слово оппозиция боятся. До сих пор у нас не хотят, чтобы есть оппозиция, есть другие партии и силы. Нет, боятся слова оппозиция. Может, из-за этого он и заболел. Потому что Ирина Васильевна я расстроил. Я все хочу найти к ней подход. За ручку держал ее, не знаю, за плечо. Как найти подход? Дочь была рядом, надо бы с дочерью начать что-нибудь. Она спиной сидела. Чубайс там рядом был. Я боялся, что Чубайса наброшусь. Что касается баррикад, ради бога, выходите, мы придем. И залейте улицы Москвы кровью демократов. Я буду сам смывать кукол. Сам с разбойником выйду и помогу смыть. Вы впереди с оружием, я сзади с разбойником. Беда некоторых партий не хотят признавать ошибки. Мы готовы признавать, но у нас в ЛДПР нет ошибки. Назовите его признание. Я хочу признать ошибку. Но в чем? Он не входит, потому что не дерут. Вредный. Не умеет ладить. Давно бы взяли. Давно бы взяли, просто все боятся с ним. Он не может разговаривать. Он же постоянно все бедит, мучается. Вы поймите, если человеку 1000 раз по голове били, когда он был боксером во Львове, там же другой мозг, другая нервная система. И человек скидался, он же был беспризорником. То есть его били в вагонах проводники, выбрасывали, он голодал, вши, чесотка, и все это много лет.